Для настройки GPRS на коммуникаторе T-Mobile Vario перейдите по пунктам. Пуск настройки подключения. Нажмите «Подключение», а затем на ссылку «Добавить новые подключения через модем». В поле «Введите название для подключения» можете вводить что угодно. Выберите значение сотовой линии GPRS. Нажмите «Далее». В поле названия точки доступа» введите значение точки доступа, которое можете взять из таблицы и соответствующее определенному оператору. Нажимаем «Далее». В соответствующее поле вводите значение имени пользователя и пароль. Также возьмите их в таблице и нажмите на кнопку «Готово». Мы используем подключение к сети Билайн московского региона, поэтому в поле «Имя точки доступа» вводим internet.beeline.ru, в поле «Имя пользователя Билайн» и в поле «Пароль Билайн».